первый номер назывался по названию нашей программы. И, собственно, этой пьесой закончится концерт, потому что она вошла в первую новеллу, которая называлась «Евреи, страны, города, путешествия». И я хотел сказать несколько слов о своих замечательных партнерах. Это мой новый квартет, с которым, я думаю, мы должны очень много всего сделать. Записать альбом, писать музыку для мультфильмов, путешествовать, играть на фестивалях и так далее, и так далее. На саксофонах играет выдающийся российский саксофонист Олег Грымов. Олег, я Олега знаю очень много лет, и иногда мы играли вместе, особенно мне запомнился концерт в Малом зале Московской консерватории, когда мы играли картинки с выставки, когда эта пластинка вышла. Мы играли малым составом, Олег играл совершенно фантастически на кларнете. С тех пор вот какая-то была очень большая пауза, и потом я пригласил в этот проект Олега, и, как вы слышите, он очень здорово понимает музыку, о которой идет речь. Олег Грымов. Молодой, совершенно потрясающий музыкант, который играет 25 выступлений в месяц. Человек, который болеет за музыку, переживает много, работает, занимается. Он сам лидер, он пишет музыку, записывает пластинки. Петр Ившин. Я еще хотел сказать, что Петр вот тоже играет со мной первый раз. Мы никогда вместе не музицировали, не делали программу. А еще один замечательный музыкант, который, я считаю, очень подходит для вот этого проекта, потому что я не хотел делать проект с пианистом, а хотел делать именно такой воздушный с гитарой квартет. И на гитаре играет совершенно замечательный музыкант, который играет в очень разных стилях. И мейнстрим с Алексеем Кузнецовым, и в самых разных проектах, и джаз-рок, и все что угодно. И вот он в моем проекте, Максим Шимин. Себя я не буду называть, потому что очень много меня было в интернете. Я никогда столько не сделал постов. Очень хотел, чтобы вы пришли и послушали эту программу. И вторая пьеса, которую мы сейчас сыграем, она называется «В небе над Витебском». Thank you.
Олег Гремов, сопрано, саксофон, Петр Ишин, акустические барабаны, Макс Шибин, Алекс Ростовский. На очереди пьеса, которую я играю почти во всех своих программах. Это пьеса Модеста Петровича Мусоргского из его великого цикла «Картинки с выставки». Пьеса называется «Два еврея, богатый и бедный». Thank you.
Oh.
У этой пьесы есть название, но я буду благодарен вам, если вы предложите мне свое название, написав это на бумажке. Потому что у каждого слушателя могут быть какие-то ассоциации, вдруг я найду среди замечательных новых названий такое, которое будет лучше для него. Спасибо. А мы продолжаем. И следующая пьеса, которую мы сыграем квартетом, называется «Еврейское счастье». С этой пьесы мы начали программу, которая была в тизере. Сейчас она прозвучит совсем по-другому. Thank you.
заканчиваем первый сет пьесы, которая довольно странно называется. Называется «Рогожский фрейликс». Почему Рогожский? Потому что я живу на Рогожской заставе. Я гуляю по Старообрядческой слободе. И вдруг в центре старой русской православной церкви мне приходит в голову еврейская мелодия. Я не могу ничего с этим делать. Я ее записываю на диктофон, прихожу домой и пишу пьесу, которая называется «Рогожский фрейликс». Thank you.
Олег Грымов, саксофоны. Олег Грымов. Петр Ишин, барабаны. Максим Шибин, гитара. Борис Красовский, бас. Программа «Евреи, страны, города». У нас небольшой перерыв, и потом наш маленький довесок. Спасибо. На самом деле, сыграв вот первый сет, собственно, вот эта программа, она была большая, 1:20. Фактически мы сыграли уже весь концерт, который предполагается играть где-то еще в других местах. Вот, а сейчас мы сыграем такой короткий сет, в котором будет несколько пьес из разных других моих программ, но в них будет очень явная... Явно превалирует эта тема. То есть первая тема, которую я написал, увидев в Турции маленькую девочку, которая смотрела на витрину магазина, выбирая платье себе. И она, увидев меня, застеснялась и убежала искать маму. А для меня такая городская сценка, для меня очень много значит. Я вернулся в отель, потому что мой отель был прямо на улице Истикляли, это самый центр Стамбула, и написал пьесу, которая называется «Девочка со Истикляли». Вот. Вторая пьеса с моего альбома «Песни озера Виктория русских равнин». Если кому-то будет интересно, я всегда привожу с собой много пластинок. Значит, у меня здесь и «Озеро Виктории», картинки с выставки, и пластинка памяти Джозайну. Вот. И последний номер мы сыграем, тоже который относится вот к такому Востоку. Это не еврейская тема, это, может быть, она чуть-чуть арабская. Вот. И потом, когда мы закончим эти три пьесы, будет премьера нашего мультфильма, который называется «Путешествие». Вот такой маленький план. Итак, мы продолжаем.
Kerakere abia hovulume amata yomukaliwe amavuta bande abana bangana abibanosiri babirushiro mucho mucho nari yomukali ama amabia mure amabia rubaro mucho mucho bama mucho rogo saba ba 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 nanga bama rujo mura na mama bama ibuya mukali kiriti abana bama yanda tichati. Oh, 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 oh
смешно. Mm-hmm.